Узагальнити, чому перед всім ви хочете навчити жінок протягом цього курсу? Абсолютно вірно, ви все сказали. Ми хочемо і теоретично, з юридичної точки зору, пояснити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Саме університет внутрішніх справ надає юридичну допомогу. Ми зі свого боку навчимо фізично, як поводитися, тактично, як поводитися, щоб не стати жертвою. І я вважаю, що цим жінкам це дійсно допоможе. Вони будуть розуміти, що як діяти і що робити, якщо. А там дівчинка за вами спряталась спеціально, да? Ви или уходите із кадра, да, или виглядуєте сюди, да. Вот так. Давайте шаг назад по периметру мата. Да. Егор, мы будем у вас, вашими тренерами, инструкторами, преподавать будем у вас. С вами будем отрабатывать много интересного, подтягивать физическую форму. Сначала мы будем непосредственно, у нас разминочка хорошая будет, чтобы у нас не было никаких травм и тому подобное. Ну, сами понимаете. Потом будем переходить уже к приемам самообороны, чтобы вы были всегда защищены и могли дать отпор любому жулику. Понятно всем, да? Есть к нам какие-то вопросы? Возникнут по ходу, да? Сейчас мы покажем вам пару приемов, которые мы будем потом отрабатывать. И, в принципе, начнем нашу разминку. Угу. Да? Что можно? Не, на вас мы будем в процессе показывать. Пока мы продемонстрируем прием. Дальше вы должны будете все это отрабатывать сами, поэтому ваша основная задача быть внимательным и задавать вопросы. Понятно, да? И с нами трудно. Поэтому сейчас, как бы, мы смоделируем ситуации, которые чаще всего распространены. Да, это захваты за руки, за корпус, за шею. Отработаем контрдействия при захватах. То есть что вы можете предпринять для того, чтобы локализировать максимально быстро и эффективно данную ситуацию. Да? И в дальнейшем, как бы, в зависимости от ваших способностей, навыков, как бы, стремления обучаться, будем повышать, как бы, ваш уровень подготовки. Поэтому все зависит от вас. Сейчас продемонстрируем. Коллегу попрошу выйти. Один из элементов, когда у девушек, как бы, у нас нет такой проблемы, да, как бы, волосы короткие, хватать их бы не за что, но очень часто девушки хватают за волосы, поэтому контрдействие в этой ситуации. И моментально убежала. Идет боль непосредственно от давления на кисть, но, ну, честно, больно, на самом деле больно. Можно еще раз показать вам? Иметь. Или вы вырываетесь непосредственно от большого пальца, тут идет, ну, элементарно, но просто так вот не вырвешься, видите? Вот как бы я не дергал, я не могу вырваться. Если я иду на излом, то, ну, будем разбирать подробнее. И точно так же есть еще такого плана, когда вы уходите, накладываете руку, и давление идет на кисть, человек садится. Если он сел, не надо его коленки не добивать. Убегайте, хорошо? Что еще там? Сустав, и вы давление на сустав идет. Ломать точно. Не надо? Что? Ломать не надо. Да, если вас схватили таким образом, то у вас есть непосредственно, вы подходите к человеку еще ближе, берете от локтя и теряет равновесие. Видите, когда вы его сбиваете его с равновесия и попутно своей рукой помогаете по бороде и поднимаете вверх. И таким образом получится что-то наподобие вот этого. Сразу не сориентируюсь. И тоже уходите. Я не знаю, я видел такие ситуации, когда подходит к девочкам и вот так вот делают, да? Начинают с ней вот таким образом общаться, девочке это не нравится, она хочет только уйти. Элементарно от этого уйти, когда ее взяли вот таким образом, то у вас получается непосредственно идет рука сверху, сюда идет, опять же, давление вот в подбородок, поднимаем, уже натягиваются связки, уже больно, а коленка наша идет вот сюда, под коленку, и получается, вот вас взяли,
Вас обняли, у вас идет рука сюда, колено сюда, и человек падает. Да. Я просто ну, не хочу показывать. Не, надо ставить. Пусть она попробует. Еще раз, да, еще раз показываю. Вот, сюда и под колено бьем. Теперь пробуйте вот. Вот так беру? Вот сюда. А, вы меня берете? Ну да. И колено? И колено вот сюда. Нет, сзади. О, ой, простите! Главное, не забудьте. Давайте еще раз. Еще раз, чтобы нормально. Не обращайте внимания на ноги. Вы стоите вот рядом. Я вас к себе подтаскиваю. Вы поднимаете руку, перебрасываете и ложите ладошки сюда. И ваша задача не толкать, а поднять бороду вверх. Закидываете бороду и в этот момент своим коленом бьете мне под колено. Хорошо. Раз, два, три. Ничего? Не, нормально все. Понятно? Все, да. Как бы смотрите. В основном как бы у мужчин масса больше, чем у женщин, да? Поэтому как бы рассчитывать на то, что вы возьмете его руку, допустим, и как-то попытаетесь разорвать захват, да, или отдернуть, вероятность невелика. Ну это понятно всем, да? Да. Как бы вам, ваша задача как бы использовать свою массу. Как ее можно использовать? Смотрите, я убираю таз в сторону, видно? Ногу завожу за него. Видно, да? И начинаю вместе с ним падать. Наношу удар, да? Дальше как бы могу уходить. Дальше могу уходить. Если, допустим, он как бы готов, да, к этим действиям, я как бы таз сюда, да, но он как бы тоже не хочет меня отпускать. Я что могу? Я могу зацепить его ногу, да? Так же самое сесть. Извините, а можно вопрос? Да. А в такой ситуации неэффективнее вот так сделать, нет? Или можно не попасть, или лучше так? Расслабляющие удары наносятся, безусловно, перед выполнением приема всегда. Расслабляющие удары по ступне, по колену, по берцовой кости. Можно удар наносить головой, да? Всегда расслабляющие удары наносятся перед выполнением приема. Ну, как бы, да, вот за шею, если вас схватили за шею, в этом, как бы, основной элемент, помните, что у вас очень мало времени перед тем, как вы можете потерять сознание. Поэтому первое контрдействие при этом голову опустить вниз. Голову опустить вниз и попытаться вставить руки между захватом и вашей шеей. Дальше вы убираете корпус влево, ставите ногу. Просто наклоняйтесь вперед. Отлично. Ну, надо поработать. Может, не на петличку, может, ты поменяешь местами и пробовать. Ага, все, да, почувствовала. И не бойся, вот так вот меня вниз. Все. Давай. Типа того. Хорошо, спасибо. Именно на кисть, да? Больно? Ну, чуть-чуть, да. А когда я делаю, больно. То есть ты должна этот момент схватить, чтобы у тебя, ну, оказался вот здесь. Вот так ударишь, и все, я уже никуда не денусь. Это, знаете, контрольный, хорошо? Сейчас. Ты не спеши. Контрольный, а ты делаешь. Эй, ладно. Ну, ты двумя руками должна быть еще больше. Двумя руками, я посмотрю. О! Ну, вот так и не должна. Навыкам прежде всего будете обучать. И что нужно знать прежде всего, чтобы не стать жертвой? Ну, будем обучать навыкам самообороны для девушек, чтобы они не стали жертвой злоумышленников. Самое главное смотреть в оба, носить баллончик с собой всегда газовый, это самое главное. В темных переулках лучше не ходить.
физическая подготовка, мы уже будем заниматься этим, разминка у нас будет. А потом пойдем уже по приемам отрабатывать. Будут приемы не очень сложные, как для девушек, довольно легкие, но эффективные. В принципе, все. А какие приемы? Можно чуть более подробно? Ну, рассказать это не расскажешь, показывать надо. Ну, а нужно иметь, все равно надо отжиматься, чтобы уметь эти приемы. Физическая подготовка всегда нужна, но в данном случае приемы более такие лояльные, не рассчитаны на сильную физическую форму. Рассчитаны для девушек, чтобы не очень много вкладывать силы. Ну и насколько я предполагаю, приемы такие, чтобы остановить нападавшего, но его не убить случайно, правильно? Нет, приемы такие, чтобы разорвать дистанцию, а удалиться от него и убежать. Если полицейский задерживает человека и переходит в положение там, задержания, одевания наручников, то в данном случае нам это не надо. Нам надо от человека уйти, чтобы он нас не держал, не захватил, не закрутил. Нам надо оторваться от него и максимально быстро убежать, вызвать на помощь кого-нибудь. Учите, как использовать только руки-ноги, или там и, да, ногти, шпильки, или это не входит в курс, подручные средства? Ну, это так, это, не знаю, как вам объяснить, не входит это в курс, но, тем не менее, это хорошее оружие. Иногда это спасает. То есть это добровольно, ну, как бы, ну, да. Курс вести, да? Да, да. Свободно от работы? Да. А вы почему решили на это пойти? Вам почему это интересно, женщин тренировать? Ну, как вам сказать, очень много вызовов, где на женщин нападают у нас по всем городам Украины, в принципе, срывают и цепочки. Это хорошо, когда просто сорвали и убежали. А бывают, наносят удары девушкам, ну, и тому подобное. Ну, хочется помочь, вложить какой-нибудь вклад в развитие этого всего, чтобы наши женщины были защищены и могли дать отпор достойный. Вы можете сказать приблизительно, вот сколько вызовов связано там, с домашним насилием? Ну, с домашним насилием, в принципе, ну, я никогда не вел статистику, не знаю, но вот если взять в среднем, ну, 3-4 вызова, наверное, в день поступают, в принципе, в одном районе. И еще зависит от района, смотря какой район. Бывают районы, где очень много вызовов, такие бывают, что наоборот мало. Все по-разному. Но такие вызовы есть, и с ними надо бороться. А можна, будь ласка, пару от буквально найзагальніших порад, багато жінок хотіли прийти, але не змогли. От як себе поводити в якійсь екстремальній ситуації? От, приміром, на вулиці до вас підходить тип, починаючись, так? От що робити, що найголовніше? Найперше, треба завжди тримати дистанцію. Дистанція, яка дозволить залишитись живою. Ми радимо. Це 1,5-2 метри, тобто така дистанція, на якій людина може відреагувати. Це найперше. Ну і звісно те, що сьогодні ми будемо пояснювати теорію, як себе поводити, як не привертати уваги. Тому що ми розуміємо, які правопорушення, які злочини відбуваються на вулиці. А саме це крадіжки телефонів дуже часто. Це такі злочини, як розбій, коли виривають сумочку. Як поводити, щоб не привертати увагу? Це найперше. Ну, звісно, я і вам теж розповім. Не привертати увагу – це означає носити свої дорогоцінні речі так, щоб їх не було помітно. Ми навіть поліцейські, ми завжди носимо мобільні телефони, планшети, якими ми користуємось, у внутрішньому кармані, так? Внутрішній кишенці. І сумочку ми носимо так, щоб її не видурнуло, тобто не розмахуючи нею, а так, щоб її можна було контролювати. Ну і звісно, якщо ви хочете показати свої прикраси, дорогоцінні речі, то ми радимо вам не виходити на вулицю самостійно. Жінка впевнена у собі, якщо вона не хоче бути жертвою, якщо вона впевнена у тому, що вона в разі небезпеки може чинити опір, то її шанси стати потерпілою значно менші, бо люди, які нападають, вони зазвичай відчувають, кого легше образити, кого, так, ну, можна навіть сказати, енергетично. Тобто, як кажуть, що якщо людина впевнена у собі, якщо вона знає, як дати раду у різних таких ситуаціях, то, скажімо так, небезпеки їх оминають. Я не можу, з досвіду поліцейського, не можу ні підтвердити, ні спростувати ваші твердження. Я хотіла б, щоб ці жінки, які прийшли, які отримують досвід, щоб вони були впевнені,
дійсно впевнені в тому, що вони не стануть жертвою. Але ми завжди розуміємо, що можуть бути різні ситуації. І поліцейські завжди раді допомогти. А скажіть, ви ж поліцейська, да? Працюєте поліцейською, чи є якась статистика, наприклад, за останній час, скільки нападів на жінок було, можливо, сімейне насилля, чи якісь цифри? Ну, в середньому ми підрахували за цей рік, за перший рік роботи патрульної поліції, в середньому в нашому місті Дніпрі ми отримуємо близько 29 викликів про вчинення насильства в сім'ї. Ви всі розумієте, що найчастіше страждають від насильства в сім'ї жінки. Це жінки, матусі. Так. А по крадіжках, по грабежах на вулиці, по розбоях, на жаль, немає статистичних даних там, де потерпіли саме жінка або чоловік. Не ведеться така статистика.